Доброе утро. Мы находимся сейчас на территории спорткомплекса Лужники. И здесь ведутся активные работы по подготовке территории к чемпионату мира по футболу 2018 года. Собственно, что-то вы можете увидеть через деревья. Хотя на GoPro-шечку это сделать сложно. Тем не менее, здесь находится также, наверное, первая площадка кенгуру нового типа. Блин, немножко не туда пошел, ладно, пойду в другую сторону. Когда-то здесь располагалась легендарная зеленая площадочка рядом с малым бассейном, по-моему, так называлась конструкция, на которой проводились все самые крупные мероприятия в Москве, на которую приезжали Барстарс, Барбарианс, Хит, в общем, все приезжали. И там было очень круто заниматься, очень реально. Но, к сожалению, так получилось, что эту площадку снесли в ходе реконструкции Лужников. Вместо нее поставили другую, вот сейчас я вам покажу ее. И, честно говоря, тренироваться на площадке, когда тут куча строительной техники ездит, что-то все перестраивают, не очень комфортно. Но так получилось, что я сегодня остался без возможности оплатить парковку в Москве. Платить штраф мне не хочется. Поэтому вместо площадки в центре, на которой я и планировал снимать изначально, пришлось искать что-нибудь, где есть своя стационарная парковка, которую можно оплатить наличными, а не с телефона. Вот, и нашел вот эту площадочку. Собственно, вот и она. Кажется, это было нашей наклеечкой когда-то. Это действительно большая площадка, где есть огромное количество разнообразных снарядов. В том числе вот такая вот крутая штука для изучения стойки на руках. Здесь есть огромного вида рукоход. Опять же, столбы для выполнения выходов. Достаточно высокие брусья. Сразу тройняшка. Вот такая вот конструкция. Какие-то ужасные советы от кенгуру, непонятно зачем. Вот такой вот комплекс. Вот эти вот прикольные брусья, которые мне нравятся, на самом деле, идея их. Упоры для отжиманий, для австралийских подтягиваний. Еще один комплекс. Вот это, наверное, этот вот турник с толстой перекладиной. Нет, это просто снег намело. Вот так выглядит место, где я буду сегодня тренироваться. Наверное, надо как-то выбрать место подальше от стройки, чтобы хоть немножко было немножко чистого воздуха, если вообще возможно здесь. Вот здесь, да. Хорошая листочка. Так что я разминаюсь и делаю круги. We'll be right back.
Половину минут заняла в сумме тренировочка. Вот, подтягивание. Несмотря на то, что их всего 5, дается очень тяжело. Сказывается то, что я уже несколько месяцев не тренирую вообще подтягивания, только вот в кругах, по чуть-чуть, чтобы предплечье восстановилось. Оно восстанавливается, это хорошо, это меня радует. Вот. Здесь немножко убирают площадочку. В отжиманиях я делал по 15, тоже последний подход, кажется, довольно тяжело идет. Может быть, опять сказывается невыспанность, моя перманентная невыспанность. И в приседаниях добавил сегодня по 5, то есть по 15 стало в каждом подходе приседания. Прошло довольно легко, несмотря на то, что вчера был день ног. Поэтому, может быть, потом добавлю еще. Вот такие вот дела, пара мыслей, которые возникли. Опять же, хочется поделиться. Когда вы делаете выпады, есть соблазн делать их на инерции. Если вы как бы опускаетесь вниз,
пружините немного, выходите наверх. То есть вы не отталкиваетесь просто силой мышц, а вот именно пружины, да, за счет того, что вы опустились, быстро поднялись, быстро опустились, быстро поднялись. Не надо так делать. Надо делать упражнения. А в упражнениях главное – это сокращение расслабления мышц. То, что вы тренируете мышцы. Вы не просто идете через стодневку и делаете повторения, чтобы выполнить нужное количество. Вы не как я. Вам нужен результат. Чтобы был результат, вам нужно напрягать мышцы. А для этого все движения должны быть подконтрольными и четкими. Так что никакой инерции. И второй момент, опять же, следите за тем, где вы делаете выпады, где вы делаете приседания, потому что сверху может показаться, что это снежок. А внутри лед. И как бы можно подскользнуться и что-нибудь себе потянуть ненароком, поэтому за этим тоже следите и будьте в безопасности. На сегодня все, завтра будет новая тренировка, новая площадка. Я надеюсь, я починил свой телефон и смогу остановиться где-нибудь в центре и заплатить за парковку. Но об этом вы узнаете в следующем видео. Так что до встречи, пока!